Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна, и сегодня я вам расскажу о витаминах с кальцием. Знаю, что очень многие из вас ищут эффективный кальций, то есть тот кальций, который можно попить, от которого вы не получите никакой побочки, и тот, который усвоится организмом. Я, вы знаете, зашла в соцсети и нашла несколько очень хороших комментариев, которые, в общем-то, мне очень понравились. И, естественно, я вам их обязательно зачитаю. Что я хочу сказать про себя? Конечно, в первую очередь про себя. Почему я решила купить именно эти витамины? И вообще про кальций. Знаете, когда я пришла только в эту компанию, у меня был такой период, когда, ну вот когда вот идешь, и у тебя нога просто подворачивается буквально на ровном месте. И ты уже боишься надевать каблуки. Соответственно, ну, представляете, можно получить и растяжение лодыжки, и, ну, в общем-то, можно достаточно серьезно травмироваться. И девочки из компании мне подсказали, что, говорит, ну, ты попробуй попить кальций. И я купила Элемвитал с кальцием. Он у нас, значит, в капсулах, и я его пила месяц. Но я бы даже не сказала, что пила его так, как там написано. По одной капсуле два раза в день. Ну, я его пила где-то по одной капсуле, но выпила всю баночку. И знаете, как это неудивительно, но нога, она у меня перестала подворачиваться. Вот хотите верьте, хотите нет, а вот результат я такой получила. И сейчас вот прошло время, и я стала задумываться над тем, что, ну, вообще с возрастом кальций организму нужен. И, по-моему, он нужен в любом возрасте. Я просто решила для себя, чтобы поддержать свой организм, еще добавить в свою программу кальций. Вот. И решила я в этот раз попить витамины с кальцием. Ну, так как у меня, скажем, проблем таких с костями, в общем-то, нету, слава богу. Но я просто эти витаминки, так как у них, я считаю, просто шикарный состав. Вот мы его тоже с вами прочитаем. Эти витаминки я решила добавить в свою программу. Я пью еще Элемвитал с магнием. Ну вот как, если говорить простым колхозным языком, магний – это проводник кальция. То есть он берет кальций, мы пьем кальций, кальций попадает в клетку, и магний берет его из этой клетки и помещает в те места, где его не хватает. Ну, это, скажем так, таким простым колхозным языком. Ну, и плюс витамин D3 и другие витамины, которые... А вот, кстати, в этих витаминках с кальцием 12 витаминов находится. То есть, вот эти все витаминки, они помогают лучшему усвоению кальция. Ну, и вы знаете, я очень много слышала о таком медикаменте, как витамин кальций D3 никомет. Я слышала о нем очень много негативных отзывов, но тем не менее его и врачи прописывают, и люди пьют, и у него очень такая нехорошая побочка. И вы знаете, человеку кальций нужен. И когда его прописывают, и человек получает кучу всякой побочки, и, в общем-то, ну, как бы сказать, помягче. Вот сказать, чтобы вот человек сказал так, вот я его пью,
И у меня, знаете, у меня все классно, у меня все шикарно. Я вылечился, и мои кости стали в порядке. Знаете, я что-то тут ни разу такого отзыва не слышала. Слышала только вот о каком-то вот негативе. И в этих комментариях, которые я сегодня увидела в группе Сибирского здоровья в Одноклассниках, знаете, я еще раз в этом убедилась. Вот. Но мы в Сибирском здоровье компании, мы покупаем натуральные витамины, мы их пьем, получаем шикарный результат. Вот. А так как я составляю себе большие программы и получаю очень хорошие результаты, и больше чем уверена, что этот кальций, он тоже мне понравится. Вот. И, вы знаете, вот я его сейчас его вам показываю. Значит, здесь у нас вот в этой коробочке, во-первых, это доступно по цене. А вот в этой коробочке 60 капсул. И вот я специально вам, скажем так, распаковала одну капсулу и показываю, что находится внутри этой капсулы. Вот такой вот порошочек. Состав этого порошочка мы обязательно сейчас с вами прочитаем. Вот. Значит, теперь я перевожу свой камеру, перевожу на компьютер. Я зашла на сайт компании. Значит, чтобы найти этот продукт в интернете, а купить его можно в интернет-магазине Сибирского здоровья заказать. Значит, вы знаете, вот к слову, сегодня оформляла заказ. Я живу от Москвы в 100 километрах. Вот. И вы знаете, вот мой заказ составил где-то 1600, да, где-то 1600. И доставка у нас курьером на почту. И вот мне сегодня написали, что мой заказ прибудет где-то дня в течение 2-3 дней. Вы знаете, вот меня это очень, кстати, очень устраивает. И доставка совсем недорогая у меня получилась. Она у меня получилась где-то в 300 рублей. Вот. В общем, меня такой вот вариант очень и очень устраивает. Поэтому я вам советую пользоваться интернетом. Вот, сделать заказы через интернет. Это делается очень быстро. Оплату я производила через Киви кошелек. И вы знаете, очень, все очень-очень быстро и очень комфортно. И лучше, конечно, пользоваться браузером Google Chrome. Вот. Ну, это так вот, про между прочим. Значит, вот я сейчас зашла на сайт компании. Это вот так выглядит официальный сайт. Я сейчас... Так. Где у меня? Вот, это у нас так выглядит официальный сайт. Тут вот я немножечко вам так вот покажу. Дальше вы сами зайдете и сами там все внимательно-внимательно посмотрите. Значит, теперь вот смотрите, я захожу в здоровье. Видите курсор? Здоровье. Щелкаю сюда. Так. Угу. Так. Даже, знаете, не надо щелкать. Вот просто наводите. И здесь я иду вот крепкие, крепкие кости. Так вот вам поближе. Вот щелкаю на крепкие кости. И вот теперь смотрите, вот что в компании есть для укрепления костей. Здесь не только кости, но и суставы есть. Значит, это у нас живокост, элемвитал с кальцием, вот те самые витамины с кальцием, лимфосан, универсальный фитосорбент для базового очищения организма.
Да, лимфосан базовый. Дальше. Еще один лимфосан базовый для очищения организма, поддерживающий функцию суставов. Дальше у нас элемвитал с кальцием. Вот у нас два вида элемвитала с кальцием. Два. Один в таблетках, другой в капсулах. Вы знаете, но таблетки... Я сначала обрадовалась, что таблетки. Ну, думаю, ничего, никакие капсулы раскрывать не надо. Ну, не умею я глотать капсулы. Но таблетки, они настолько жесткие, что жевать их невозможно. Их можно только проглотить. Поэтому мой вариант только капсулированный. Вот. И, значит, здесь у нас куб. Куб тоже это кальций, вот, очень эффективный, но это у нас для вегетарианцев больше этот куб. Но вот пишут, что для вегетарианцев, но на самом деле этот продукт будет полезен абсолютно всем. У него шикарный состав, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Мы возвращаемся, вот я вам хотела показать, что есть на сайте. Какие продукты для укрепления костей. То есть вот из этого всего вы можете выбрать для себя то, что вам больше всего подходит. Опять же, зайдете на сайт и посмотрите. Ссылка на сайт здесь вот под этим видео будет. То есть вам никуда, нигде ничего лазить, нигде ничего не надо. Щелкнули на ссылочку и попали на сайт компании. Ну, а мы с вами возвращаемся к витаминам с кальцием. Вот я щелкаю витамины с кальцием. И вот сейчас у меня, значит, высвечивается вот эта информация. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим цену. Цена очень приемлемая, 300 рублей, 60 капсул. Здесь мы видим, значит, описание. Вот читать полное описание. Вот давайте мы с вами вместе почитаем это описание. То есть вам, конечно, видно будет плохо, но опять же, еще раз повторяю, вы обязательно зайдете сами на сайт и все сами прочитаете своими глазками. Но я вот вам сейчас я читаю. Витаминно-минеральный комплекс для поддержания общего тонуса организма и трудоспособности. Продукт содержит адекватные суточные дозы основных 12 витаминов и минералоподобных веществ, необходимых организму. Состав обогащен карбонатом кальция, который послужит дополнением к вашему рациону и может устранить дефицит кальция в организме. Но, вы знаете, у всех разное, ну как, мнение. Многие задают вопрос, нужно ли пить магний еще в дополнение. Ну вот я, например, пью элемвитал с магнием. Ну, во-первых, он очень хорошо успокаивает нервную систему, после него хорошо спишь, в общем-то. И с помощью магния тот кальций, который к нам попадает в организм, мы едим творог, рыбу, мясо, то есть те продукты, которые содержат кальций. Они попадают в наши клетки, но из-за дефицита витаминов они просто там оседают, либо просто это, как говорится, идет на выброс. Вот поэтому, ну, я считаю, что магний пить надо. Вот. И как говорят, что кальций усваивается лучше всего вечером. Ну, пьют его два раза в день. Как вот, вот смотрите, вот у нас здесь даже есть применение. Взрослым принимать по одной капсуле два раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Вот. Ну, здесь нам рекомендуют еще посоветоваться с врачом. Но это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Вот. Но я еще, естественно, добавляю туда элемвитал с магнием. Вот. В качестве источника магния можно еще добавить, знаете, какой продукт? Пик. Это порошок топинамбура. Он, кстати, очень богат магнием и вообще очень хорошо работает на всем организме. Поэтому, если вам, скажем, по каким-то причинам магний, ну,
вы не хотите его пить, то можно попить или этот пик, порошок топинамбура. И там и витамин С, и магний, там масса полезных витаминов вот в этом порошочке. И пьется он один раз с утра натощак. Ну, в принципе, его можно выпить в любое время суток. Вот разводится в небольшом количестве воды. Если это ребенок, можно добавить там в кашу, в кисель, ну, в общем, в любую еду. И он будет приносить тот же самый результат. Так, теперь, значит, мы с вами это посмотрели. Вот, теперь состав. Что же это за такой замечательный, замечательные такие витамины? Ну, вот, покажу вам, насколько смогу. И сейчас прочитаю. Карбонат кальция, премикс витаминный. Значит, у нас витамины А, Д3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, бетаин, витамин Е, витамин С, витамин Д3, витамин А, витамин В6, витамин В12, фолиевая кислота. И, соответственно, тут есть у нас табличка с в каких дозировках и в процентах от суточной дозы мы это получаем. Опять же, видно не очень хорошо. Откроете сайт, найдете и сами все посмотрите. Вот. Это у нас вот содержание активных веществ в двух капсулах. Вот это вот, вот это вот. Вот это вот все, что мы здесь вот видим. Это содержание активных веществ в двух капсулах. Вот. То есть к этому вот повнимательнее. А, вон видите, тут у нас, вон она, какая она огромная. Эта табличка. Вот, знаете, именно поэтому я его и купила, эти витаминчики. А, с этим товаром еще вот покупают. Тут у нас, видите, и омега-3, и кальций, и протеиновый батончик. Тончик халва. Вот, но это вы сами потом сами все посмотрите. Так, а и теперь, значит, я хочу вам показать, что об этом говорят люди. Вот я зашла в группу Сибирского здоровья в Одноклассниках. Вот, и значит, сейчас я вам прочитаю несколько комментариев, что мне очень, в принципе, понравилось. Ну, во-первых, витамины, здесь очень много комментариев. Я их все, конечно, зачитывать не буду. Я вам прочитаю только несколько. Значит, вот здесь пишут. Лучше начать употреблять витамины раньше с профилактической целью, чем потом жалеть и есть лекарства горстями. О качестве сомневаться не стоит. Продукция проверена уже поколениями. Ну, вы знаете, я с этим полностью согласна. Дальше. Они эффективнее, чем кальций D3 Никомед, и не такие противные на вкус. Дальше. Витамины с кальцием подойдут детям с 12 лет. Но здесь вот опять пишут, не с 12, а с 7 лет, девочки. И добавьте 31 ПАМ. Так. Кальций D3 Никомед не усваивается организмом и имеет кучу неприятных последствий. И другая женщина пишет. То-то я смотрю, мой организм его не приемлет. Вот. Мы принимаем всей семьей и нам нравится. Он необходим в любом возрасте. Принимайте экологически чистые продукты. То есть, вот смотрите, вот такие вот комментарии я сегодня прочитала и решила прочитать их вам. Потому что это натуральные витамины. Вот. Они
будут целиком усваиваться организмом. И вот то, что здесь написали, я в этом ничуть не сомневаюсь, потому что уж очень много, знаете, вот негатива пишут вот про этот кальций, вернее, не пишут, а говорят, вот особенно когда в поликлинику приходишь, да даже просто на остановке стоишь, и когда женщины делятся друг с другом, у кого чего, и вот когда вот это все слышишь, и думаешь, боже мой, ведь людям надо это все рассказывать, чтобы люди знали. А люди реально, они ищут натуральные, они хотят, чтобы витамины им помогали и не наносили никакого вреда. И вот продукты сибирского здоровья, они вот именно такого отличного качества, они реально работают. И вы знаете, я вот всем-всем очень рекомендую. Я вот эти вот витаминки себе купила, я уже несколько штучек выпила. Вы знаете, у меня нет таких проблем, вот в чем дело. И слава богу, что их нету. Я их пью как профилактику, чтобы в организме кальций был. Наша еда, она недостаточно богата витаминами, минералами, и поэтому организм, конечно, испытывает определенный дефицит. Так вот, чтобы этот дефицит не стал острым дефицитом, нужно пить это сейчас, пока этого дефицита острого нет. И нужно его восполнять. И уж тем более, когда уже за 50, вот уже приходится об этом думать, чтобы и кости были целы, чтобы зубы не крошились, а хочется ходить со своими зубами, а не с искусственными. Вот. Поэтому советую и рекомендую. Ну, вроде бы я вам все рассказала. Ссылочка находится здесь внизу под этим видео. Щелкайте на нее мышкой, заходите на сайт компании. Все смотрите, очень много всего там интересного, читаете. И если нравится, заказывайте через интернет-магазин. Вы знаете, я им пользуюсь, и мне очень нравится. Быстро, легко, удобно. Так что очень-очень рекомендую. Я с вами на этом уже прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.